Приветствую вас, друзья. Продолжение моей поэмы «Секреты Вселенной». Секрет второй. Грех уменьшает духовный потенциал. Сначала четверостишья Омара Хайяма. Веселись, ибо нас не спросили вчера. Эту кашу без нас заварили вчера. Мы не сами грешили и пили вчера. Все за нас в небесах предрешили вчера. Ты прав, мудрейший муж Востока. Вселенной все предрешено, и пусть несется жизнь потоком, начальное ей направление дано. А что ж душа, мудрейший муж Востока? Куда же после смерти отправляется душа? Она должна вернуться к своим истокам. Если прошла свой путь земной достойно, не греша. Но на земле так много всего разного, и если не научат тебя отец и мать искусству противостоять соблазнам, душе нетренированной пред тем не устоять. И вот безгрешное по рождению детка ворует со стола конфетку, а чтоб это скрыть, идет и на обман. Первый урок грехопадения дан. А притом никто не знает, что и малый грех потенциал духовный уменьшает.